Юра, толкиндом нангай. Отнеси хлеб на стол. Вот я утром проснуться не могу. Она просыпается, не может спать. А я наоборот. И в городе всякие мысли лезли. Я никак до полуночи не мог засыпать. Там нервная жизнь была. Все время думаешь. Потому что конкуренция среди комбайстеров. Когда фестивали, пленумы были, съезды. Комбайстеры приубрали от Поволжья. Каждый год они были. И надо музыку новую написать. На каждом концерте, чтобы участвовать. И камерным, и симфоническим, и хоровым. Там жил для музыкальной карьеры, можно сказать так, возвышенной. А тут для здоровья живу. Никто меня не трогает, кроме там местных умников, которые слишком умными себя считают. Идешь по деревне, никто тебя не тронет. Никто не разденет, не напинает, как в городе. Марий Калкин, гимн Шоктер.
Научилась, нот не знаю. Без нот она на слух учит детей петь. Даже комнаты нет, где заниматься. Шкаф, вот инструмент стоит. Коридоры. В прошлый раз завуч велела Таисия уборщица закрыть и ключ забрала. Специально делает, действительно. А куда нам деваться? Еще говорит, что она Марийским центром руководит, культурным центром. И пьет. Первый май концерт мы делали тут. Она единственная, ну, в школе, да, банкет был, да, учителя. Остальные дома пошли, она пьяная пришла на концерт. Заучит, не стесняется она даже. Когда мы выступили, она выходит, с баяном играла, пела. После с гармошкой. После стихи читать какие-то неграмотные, полупроза, да? Выпила, бальзам купила, немножко столько только оставила. Дети видели, смотрели, стояли. Пьяная была, прямо видно было. И наш отдел образования Сухсунский хочет ее директора поставить. Это не от умывальника у тебя голова болела. Ты до этого простудился. Утром все время холодной водой моешься. Опять оттуда обливаешь. Я летом обливалась водой. Перестань что-то. Оттуда давай. Из колодца. Это больше. Выключай ты беду. Зачем? Кашкуляешь беду. А полила уже. Еще мало. Из садика. Давай, да, туда еще надо. Сегодня хватит. Выключай. Сейчас. Долью только. Все, все. Еще. На огурцы тебе хватит? Нет. Везде поливать нужно. Из колодца можешь включить сразу. Из колодца ты можешь сам грядки полить. Сюда наливай. Помидоры я полила. Ты лучше малиновым покрась, намного интереснее будет. А, крась, почему не красить? Траурный цвет. Ну, говоришь, как не красить. Нисколько не красиво. Ничего не красить. Или желтым. Жизнь не так вся черная, да еще тут все черное. Сгнило все. Сам делать не умею. Я бы пчел больше развел бы, если мед покупали бы столько. Держу столько пчел, сколько мед покупаю. Лишнее тут, мед некуда девать. По дешевке неохота продавать.
название улицы стесняться будешь. И одно поколение будет стесняться. Я назвала улицы, вот моя улица Александра Невского, улица Пушкина, улица Дружбы, улица Мира, улица Ольховая. Ни одной такой улицы, которая бы противоречила людским желаниям. Ни одно марийское деятеля, как Марийка, не сделал, не назвал. А я их тогда не знала? Да, не знала. А тогда я в библиотеке не работала. Ну как ты библиотекарь? Я работала в сельсовете, делопроизводителем. Ладно, ты до сих пор писать не умеешь. Библиотека, для этого библиотекаря это стыдно должно быть. Научусь под чутким руководством Юрия Саватеевича, наслуженного там Пахидая Марел. Я научусь писать буквы И и Е, как положено. Ты лучше литератора должна быть. Стакан выпьешь. Библиотекарь был. Ёшка, ура, ура, так моколам. Ты мне кошта кости, мали. После хера никогда трезв не вижу. Манимить бусы, пожалуйста. Зуб захочешь, ты пьяный, по улице пьяный вот ходишь. Вот если дома сидеть. Ты сам себе не стараешься, настроение. Да, настроение же. Я печку для бани заказал, а твой брат даже не хочет делать. А 100 грамм убили, она песню пила, она шла бы. Ну ладно. Дай Бог здоровья. Это же хорошо, когда еще кто-то делает что-то.
оставляете. Потом, а вы тянете, и вы щепки вы. И вы должны, значит, прийти, что в унисон. Праздник всех наших ребят, родителей. Поэтому желаю вам всего наилучшего, хорошо сдать экзамены, выбрать себе хорошую дорогу в жизни, поступить учиться дальше. Добрый путь, наши уважаемые. Добрый путь. Готовите поведу картошки, тебеневовские, прямо вместе с автобусом с утра везу картошку. Если кто-то принесет более 5 ведер, мы подумаем, как вас вознаградить. Можно больше? Так, все. Вся деревня сегодня на посадке, как на праздник. Я вот завтра буду гулять, веровать, разряжаться. Не ахти какая нынче на посадку. Не успею быстро. Саняки там мало, ёмки. Поставил. Фу, как грязно, ее мыть надо. Вот сюда надо. Это уже сушить можно. А где надо? Запутовка. Стой.
Ты хотел картошку? На-на-на, стой. Ой, лапища мне залезла. Ну, давай, все. Деревья, кто с зонтиком-то ходит? Мокнуть надо. Где мой носочек? Я пока информация смоется. Удивляюсь. И зонтик-то я кушаешь тогда держу, что ли? Я лошадь, я кушаешь тогда. И за пивом иду. За пивом? Да. Мне бальзам купил. Ну, бальзам, не надо спиртной. Я хочу на спиртной. Бандитов нет у нас. У нас все знакомые бандиты, все друзья. Все друг друга знают. Три деревни, что? Все свои морицы тут. Все друг другу родня, потому что не чужие. Кто дальний, кто близкий. Я все-таки патриот своего народа. Хочу, чтобы мой народ наравне с другими народами не хуже был. Грызу-то не топят ведь? А это плюх? Ничего не делает. За берестой надо идти. Я свою жизнь разделил на две. Вот. Первая половина была. Я учился, образование получал. А после служил для своего народа. А когда перестройка началась, все, гонорар не платили. Хотя сумма, как бы, в министерство поступала, но живых денег не было. Когда, и как раз, ну так получилось, что в это время умер мой отец. Я приехал и остался. Баня сегодня. Нет, баня. Баня надо было заранее. Баня не надо. Решила. Когда она будет готова, не знаю.